Праздник в Ульяновске начинается традиционно. У памятника на страже правопорядка собрались сотрудники органов внутренних дел для того, чтобы почтить память своих боевых товарищей. Все времена солдаты правопорядка были и остаются на передовой. В суровые годы гражданской войны, на фронтах, Великой Отечественной, а также послевоенные тяжелые времена и мирное время. И сегодня сотрудники МВД стоят на линии огня в борьбе с преступностью, в защите конституционного строя на Северном Кавказе. После торжественные мероприятия переместились во дворец губернаторский, где полицейских официально поздравили власти города и области. Лучшим сотрудникам региональные и ведомственные награды. Современный полицейский должен быть мужественным, самое главное, целеустремленным, отзывчивым. Современному полицейскому без знаний нормативно-правовой базы невозможно. Поэтому, наверное, на первом месте я бы сказала так, что современный полицейский должен обладать правовыми знаниями. Современный полицейский должен быть порядочным, честным, как бы служа закону, служу России. Это правильный девиз, поэтому нужно ему следовать. В первую очередь думать как бы о гражданах, о их, как сказать, безопасности. Ну и о своей семье не забывать, самое главное. Такие разные, на первый взгляд, описания складываются в полноценный образ человека, чей ежедневный труд – защита интересов населения и искоренение преступности. 9 ноября, в преддверии праздника, новоиспеченные стражи порядка под чутким взором старших коллег приняли торжественную присягу. Быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну. Служу России, служу закону.